документы. Что это, брат, гражданин Украины? Кто? Без паспорта, без всего. Давай, 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 документ, документ, документ. Давай, на три часа проверить все. Паспорта предъявляйте, паспорта. Быстро паспорта предъявлять, паспорта предъявлять. Заходи сюда. Бери сюда паспорт, покажи. Покажи паспорт, да, что страна. Быстро паспорта показывай. Паспорт показывать всем. У вас есть паспорт? Владимир Иванович. Определяй документы. Не провоцируйте. Документы показывай. Быстро документы показывай. Где милиция? Документ покажи, документ! Документ! Документ покажи, что там стоят! Где документ? Где? Документ где? Где документ? Помолчи, кто такой? Кто такой? Документы! Кто такой? Кто? Я приехал с прокурором или прокуратурой. Лёха. Уже бандитов утром можно резко посадить. Подожди себя, меня защищать, а не бандитов. Понятно, кого защищать? Понятно. Пойди вперед. Пошли вместе. Посмей подлез его сделать. Негодяй. Пойдем вместе. Стоять, авантюристы, ничего не знают. Нет, тут авантюристы, Владимир. А кто их послал? Кто послал? Кто? Кто их послал? Это самоизъявление народа. Разрешение настоящее. Слушай, разрешение. Разрешение на проведение митинга протеста против власти. Где? Митинга нет, ни одного слова нет. Это не имеете права знать. Стой, Вадим сейчас уйдет. А вот тут я, как все гости, они пришли, друг с ним. Да, на вас. 7 утра. Не лжите. Для меня с приветствием. А сегодня из города до фашисты. Нет, все, убрали. Что нет, убрали. Я вас уберу, подлец. Хорошо, негодяй. Даже на проведение. Руководитель. Бумагу. Хорошо. Вы для парада. В камере муж выйдем аппарат. А чем вы занимаетесь произволом? Ходите как бандит здесь и говорите, не буду, не хочу. Кто вам так позволяет вести себя? Вы подонок, понимаете? Вы подонок. Вы герб снимите. Герб снимите, подполковник. Снимите этот герб, подлец. Нарушаете власть, нарушаете закон. Конституцию, негодяй такой. Подлец, бандит, убирайся отсюда. Пошел отсюда вон. Бандит такой. Это бандит, а не милиционер. Должен заниматься властью, а ты чем хочешь? Шатаешься. Тебе купили меня? Купили тебя? Подлец такой. Это называется власть Россия. Негодяй такой. И Хасавюр, позор, сдать армию, генерал Шпак. Вот потом мы убили вашего сына. Понял немецкий, почему он сказал? Что генерал сам погубил своего сына. Потому что полно еще власовцев у нас. Помолчи, сиди! Помолчи! Вот видите, бандит! Видите он! Господи. Вот демократ! Бандит сам заткнись! Заткнись! Выгони его из зала! Вот он сидит, город Родина! Владимир Владимирович! Владимир, где миллионы долларов взяли? Скажите, пожалуйста, попросите... Нет, попросите своих людей сесть. Пускай они молчат. Помолчи! Вот такие трусливые советские генералы проиграли войну в Афганистане. Трусливый! Может, куда? 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 Назад! Назад срочно! Куда? Срочно назад! Пошел вон отсюда! Так, тихо! Ты трусливый! Подлец и негодяй! Ты генерал! Прекрати. Прекратить кричать! Я объясняю! Слушайте, вы генералы при Брежневе раздули гонку вооружений. Вы весь Владимир советский народ Владимир сделали нищим, генерал. Из-за вас у нас ракет больше, чем требуется. В Чечне вы проиграли. У этого генерала. У этого генерала три ордена. И три ордена. Генерал. Стоп. Ваш генерал Сладочников обещал бомбить Кремль. Встаньте, пожалуйста, тихо. Кремль. Две секунды. Тихо. Вы еще будете сидеть тихо. В тюрьме. Владимир... В тюрьме будете сидеть. Пошел вон отсюда из студии. Это не дело. Я тебе сказал, пошел я вон отсюда. На вас подам. Пошел отсюда, нахер, подонок. Пошел отсюда. Ужас. Тебе сказали. Я еще раз говорю, я подам в суд. Пошел куда хочешь. Это какой суд можешь идти? Размажу тебе всю голову. Ну. Преподаватель ты. Ты дурак. Такой... Возьми его отсюда, выкини. Что ты стоишь, Олег? Что? Так, что возьми за шкирку, скотину эту. И да вы что, оттуда. С ума посходили? Шел отсюда, подлец. Посмотрите. И негодяй. Я тебе покажу. Так сказать. Негодяй такой, чтоб тебе близко не было, скотина. Выгони его отсюда, подлеца. И расстреляй его там в коридоре. Сволочь такая. Я тебе покажу. Мерзавец! Сейчас иди! Где моя охрана? Подойди сюда, охрана моя! Не надо, все спокойно. Иди сюда, охрана! Сюда войди! Так. Да, возьми это подлеца и выкини все из зала. Не надо, возвращайся. Чтоб не было в зале этого подлеца. Возвращайся. Выкини его отсюда, я сказал. Это передача не... Не надо. Да, пошел вон из зала отсюда. Охрана НТВ есть?
Аккуратней. Нет охраны НТВ. Так, Владимир. Владимир. Второй охранник заходи. Владимир. Второй охранник и Ярослав. Ну что вы украли? Второй охранник. Все встаньте. Ярослав, второй. Спокойно, все ничего не делает. Замедлил подонка. Владимир. Тварь эту. Не-не-не. Значит, чтобы Владимир Вольф. Чтобы эту тварь бы живил никогда и нигде. Спокойней. Это вам надо тогда... Это самый последний это негодяй. Это вам к Кремлю. Вставайте на место. Если Владимир вот, вставайте. Чтобы этих подлесок я не видел нигде. На место вставайте, пожалуйста. Бандиты и жулики. А элементарный подмосковный давай бандит. Ну да, что все. Такое? Не надо успокоиться, я тебя успокою в тюрьме. Спокойно. Миллионы погибли из-за вас, подлец. Все, ребята, и негодяй. Все, выводи его отсюда, я сказал. Выводи отсюда, ты сволочь. Спокойно. И ты пошел отсюда, я не видел. Где второй охранник? Выводи его отсюда, сказал. Выводи. Стойте, стойте. Ты пошел вон отсюда, сумасшедший дом тебя. Перерыв. Сволочи, сколько сделали? Извините, у нас перерыв. Сколько крови пролили в стране? Не дай. Так, Борис, а вы еще хлопаете, за вас судьи перерыв. Перерыв. Выстрели его отсуда вообще. Сейчас перерыв. Всех переселять уже, всех подрезать. Все, замолчи! Я отвечаю. Да. В этой студии ты молчи, говорю я, хорошо, а не вы. Скажите, вы молчите. Все, до свидания. Нет, куда до свидания? Туда, микрофон нет, выключен. Нет, так не пойдет, так не пойдет. Пойдет. Какая свобода слова? Пойдет. Нет, как нет. Только я заговорил о русском, выключайте микрофон. Ничего. Да, да, о евреях будем говорить. Нет. Все, в этой отдаем государство российское в руки евреев. О. Вот господи, мирный слабый все. Вот, нет. Видишь, свобода нет. Слова, микрофон выключили. Садитесь, садитесь. Потому что я ломаю сценарий его. Вы трус, испугались. Я вот ничего не... Вот микрофоны. Нахер не нужны ваши микрофоны, если вы... Я не трус. Я не... Но заставить правительство прекратить этот перелет птиц. Эту песенку нужно поломать. Никаких перелетов больше на север. Пусть там на юге остаются. Отстрелять все птицы. Поставить всех наших мужчин, войска от Сочи до Крыма. И любые перелетные птицы должны остаться на том месте, где находятся. Это не шутки. Ну где вы, птички? Где эти божьи твари, а? Гнезд много. А? Где? Вот она, вот она, вот она. Ну, вот она, ну. Может быть, курицу подбить, а? Собаку. А вот куры ходят. Куры, куры, куры. Праздником я устроил. Патроны! Это сука поет, дави Мамонов, кто поет? Газман. Полковник русской армии. Обманывает. Сука лагерная. Обманывает. Прослушав выступление до конца, герой застолья встречает певца по-другому. Москва! Славянская купола! Давай, 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 сними, сними нас всех. А это другой праздник в московском ночном клубе. Пока соседи развлекают девичьи прелести, похожий на Вольфовича произносит речь о политической ситуации в стране. Немцов и Явлинский, они еще в детстве занимаются ранее. Особенно публике понравился анализ реформ Егора Гайдара. Гайдар часто причмокивает. Это говорит о том, что он любит оральный секс. Это, блядь, Кондолиза Райс. Получерная, блядь, которой нужен Мерин, блядь. Мы пришли сюда. У нас в Таманской дивизии, блядь, ребята ее успокоят, блядь. Успокоят в казарме за ночь. И она не будет ходить в войны, блядь. Она захлебнется в русской сперме, блядь. Из ушей попрет. Это не Моника Левинский. Она раз отсосала, блядь. А здесь так ей все отсосут, нахуй, что она на карачках поползет в американское посольство в Москве. Джордж, остановись. Комбат! Батяня! Джордж, давай в казино, в Лас-Вегас и все заканчиваем. В Багдаде все спокойно.